Доброе утро. Понтевекио. Флоренция. Друзьяшки. Наш второй номер тоже во Флоренции и ну так миленько. Но и это еще не все. Мы живем на 7-м этаже, это самая крыша, поэтому у нас есть выход на крышу. Смотрите, сколько алоэ. Кстати, да, тут еще вот небольшая дополнительная гардеробная, не знаю, или комната для наказаний. Ванная комната. Как она включается, непонятно. Душ, весы, очень нужная штука в путешествиях. Угу. Кстати, я же вам не рассказала, что мы вообще здесь делаем во Флоренции. Мы приехали в пресс-тур на ужин, который назывался «Спун». Я про него расскажу обязательно. И мы будем писать статьи про два отеля. Такие дела. Сейчас мы во втором отеле. Всего на сутки, завтра уезжаем. Ну, как же можно отсюда уехать? Я не знаю. Настолько прекрасно. А, черт. Можно поглядывать за соседями. Через алоэ. Можно валяться на лежаках. Загорать. Кстати, здесь такая температура, что можно легко загорать еще. Мы в раю в каком-то. Какой день подряд? У нас есть кабинет. Наш первый селфи проявляется, почти проявился. Мне кажется, мы здесь богини. Я не понимаю, почему я в расфокусе постоянно. Я надеюсь, я когда-нибудь разберусь с этой камерой. Мы сейчас идем по Понте Векью, это самый ужасный мост на свете, потому что здесь столько народу всегда. Хотя, в принципе, пусть я буду размыта. Очень даже атмосферно. Ну что там, это ресторан? Непонятно. Вообще похоже на... Похоже на ресторан. Хотим сейчас попробовать туда зайти. Но если нет, то нет. Золото, бриллианты. Мой маленький путеводитель Яни. У нас в этот раз очень странно получается. Сегодня у нас первый свободный день, но мы связались из отеля в отель, поэтому пока распаковали вещи, пока помылись, пока привели себя в порядок. Время уже 3 часа дня. Девушки. Вот, и мы только вышли погулять. Гуляем. Жрать охота на самом деле. Есть охота. Здесь очень много мужчин. Мне сначала показалось, что это не что-то в руке. Ну, ребят, ну, что за люди. Очень много мужиков. Очень таких дерзких. А, нет, что-то он не очень дерзкий. Я разглядел. Посторонись. О, да.
знаете, что такое белая полоса? Это когда спустя почти сутки у вас включился интернет, который вы купили почти сутки назад. И сейчас мы ищем джелатерию, чтобы купить мороженое, сфотографироваться на фоне карусели. Что может быть лучше, чем просто слоняться по центру Флоренции без дела, без каких-то... Перебегаем? Без дела, без каких-то планов, без... просто... просто так. Что может быть лучше? Да нигде нет мороженого, когда оно так нужно. Пойдем дальше. Я не нашла тапочки мечты, я иду смотреть, и я пришла. Я не то уверена. Да, это тебе. На Новый год я хочу подарить. Этот кадр стоил нам очень дорого. Я вся просто в мороженом, у меня весь топик в мороженом, я не вся в мороженом. Мы даже его еще не попробовали. Зато... Боже. Угадайте, где мы? Карусели. Сейчас поедем. Я не ищу есть мороженое. Посмотрите на этот свет. Это мечта. Ого, солнце. Что такое идеальный свет? Идеальный свет — это вот это то, что сейчас на мне. Это идеальный вечерний закатный свет. Идем на набережную. Мы идем на набережную. Вообще здесь трэш. Но красиво. Как бы. В общем, что вам расскажут о Флоренции? Ну, вы же поняли, что я ничего не знаю о Флоренции. Говорят, что, приехав в Флоренцию, многие люди сходили с ума от того, насколько здесь красиво. С этим я поспорить не могу, потому что я практически ничего не видела. Мы за эти 3 дня успели увидеть просто буквально 3 улицы центра. Но здесь действительно красиво, здесь так солнечно, так романтично. А сейчас наш главный план — встретить закат на нашей... веранде, на нашей террасе, нашего нового номера. Есть такой красивый свет вечером, вы видите, да, вот это то, что можно я просто буду идти и снимать, и молчать, или... Это просто красиво. Просто... Просто ничего. А вот эти оливковые мини-деревья. Понте Векью. Вон там наша гостиница первая, вот там будет наша гостиница вторая. Как пропустить закат? На нашей террасе. Смотрите у меня во блоге. Нет, мы, конечно, успели, просто он очень быстро сел, буквально за 3 минуты. Мы успели поснимать. А смотрите, а над нами какое-то соседнее здание. Там сейчас вечеринка, и там такой сумасшедший вид. Конечно, куда уж больше, но... Смотрите. Им там носят коктейли, и видно вон дома. Дурдом, да? Сейчас начинается какой-то нереальный закат. Хочу тирамису, хочу ореховое, хочу лимонное, хочу клубничное. Ананас не хочешь? А где шоколад? Смотри, какой ананас. Я, кстати, не помню, я как-нибудь пробую ананасовое мороженое или нет. Ой, они не важны. Привет. Я не знаю, как вы, а я впервые вижу и ем шарики васаби. И у меня чесночок. Ням-ням-ням. Короче, это идеальный вариант пиццы, потому что...
Я не в восторге, потому что вот такая толщина, и почти не стыдно, что ешь это на ночь. Ешь это очень вкусно, на самом деле. Это безумно вкусно. Это какое-то мороженое, но не мороженое. Семифредов. Здесь живут две девочки. И улыбаешься, такая счастливая, вся в панкейках. Мы попросили сделать нам панкейки, их не было в меню завтрака. И в итоге... Едем на вокзал. Давайте. Okay.